Глава округа провел совещание по безопасности на железнодорожной инфраструктуре муниципалитета. В заседании приняли участие представители профильных подразделений администрации, руководство Московско-Смоленской транспортной прокуратуры, сотрудники РЖД. Участники выработали перечень наиболее важных мер безопасности и предварительный план их реализации. Особое внимание продолжат уделять восстановлению и строительству ограждений железнодорожных путей, профилактической, информационной и рейдовой работе, а также ремонту объектов транспортной инфраструктуры.